Привет, мои творческие! Сегодня будем делать яркий дизайн акварелью. Наносим цвет, перекрываем матовым топом, клеим трафареты. Разводим акварель и с помощью трикотажной ткани переводим текстуру. Смотрим, что у нас получилось. У нас получилось вот такое вот белое окошко. Делаем подборку цветов и рисуем нашу ладошку. Цвет за цветом. Делаем разноцветную надпись, тоже акварелью. Меньше воды, ярче буквы. И наш любимый маркер завершает наш дизайн. Жду ваших экспериментов. Пока!